выступает в другом формате. Друзья, ваши аплодисменты. Аброр на сцене стендап-шоу «Суперлюди». Спасибо, спасибо. Добрый вечер еще раз. Здравствуйте еще раз, да. Есть молодые люди, да, настоящие мужики в зале? Есть? Давайте похлопаем, да? Настоящие мужчины есть? Женщина, что вы хлопаете там? Настоящие мужчины есть, да? Теперь настоящие девушки, вот очаровательные наши, обаятельные, привлекательные. Вот они, да, пошли, похлопали. Ну, чуть меньше, да, чем мужчины, да. Но, тем не менее, вы, наверное, поняли, что разговор пойдет о женщинах, да? Действительно, надо поговорить о женщинах. Я, например, до сих пор продолжаю не понимать их. Реально, вот девушка, вы понимаете девушек? Вот вообще девушек, понимаете? Вот вы девушка, значит, понимаете девушек. Да? Это вы хотите сказать, если ваши подруги плохо, она подходит вам и говорит: «А что на выйка, да что на выйка, я понимаю, да?» Вы реально понимаете? Да, да, вы начинаете синхронно с ней плакать после этой фразы, да? И так до утра, там, виски, водка и все. Вы поняли? Вы самая настоящая подруга, вам просто цены нет, да, на самом деле. И просто, меня просто интересует один вопрос. Вот я хочу придраться к слову «пипец». Пипец. Это что за слово? Оно, наверное, какое-то женское, да, на самом деле. Пипец. Вот вы видели мужика, который скажет «пипец»? Здравствуйте, приведите ваши документы, и вы нарушаете. Пипец. Что за мужик это? Мужик, даже если пьяный за рулем, он никогда не скажет это слово «пипец». Он скажет... И все, это предел. Это предел, это значит все. Это значит плохо на самом деле все. Это очень плохо. Но, тем не менее, я хотел бы просто немножко разобраться в женщинах, да, понять просто, потому что реально вот моя девушка, она... вот... Она живет на Катартале. Почему у вас у всех такие ассоциации с Катарталом, я не понимаю? Катартал — это улица, где есть деревья. Молодчик, что вы ржете? У меня есть девушка, она живет на Катартале. Ну да, работает. Вы сейчас, я не помню, смеетесь над моей девушкой? Она реально работает, ну она подрабатывает, да, там в торговом центре. Живем, что, мне хватает, одевает, обувает. Нормально, не жалуюсь. Ну, тем не менее, вот еще одна фраза, вот. Вот ты меня не любишь. Вот что значит, ты меня не любишь? Так скажи, что сразу нужно в Пайнет закинуть. Что значит, ты меня не любишь? Вот я не пойму. А когда мне вот, например, вот мне надо что-нибудь, да, там сделать, там помочь, это все, до свадьбы нельзя. Что до свадьбы нельзя? Объясните девушке, что до свадьбы, там, не знаю, там, кушать нельзя до свадьбы, купаться нельзя. Представляете, купаться нельзя до свадьбы. Свадьба черных называется, да? Ну, что нельзя до свадьбы? Скажите, там, бриться нельзя. Значит, пайнет закинуть можно, в ресторан ходить можно, цветы, подарки можно, а бриться, сука, нельзя. Это как? Непонятно вообще, вот. Иногда вы подходите и прямо в лоб говорите: «А вот тут мне вот бывший названивает. На, поговори с ним. Чё, духанул? А? Лошок, очканул? Поговори! А? Поговори!» Зачем вот эти все провокации? Ладно, поговорю. Бисмилла рахмана рахим, алло. Не, братан, нормально всё? Не кричу, у меня просто голос. Я не плачу. Где я? Тачика, Саракулька. Да? А ты где? В Ангрене? Чему, ты что, попутал, что ли? Ты где, Ты что, я не понял, Разберемся? Но мы же уходим из этой ситуации, да? Реально. Мы же не говорим: «На, поговори со с моей бывшей, на, разберись, позови ее, кстати, я хочу ее увидеть». Мы этого не говорим на самом деле. Но, несмотря на все, мы очень романтичны. Мы очень романтичны, мы когда видим девушку, у нас сразу в голове включается какая-то романтическая песня. Мы начинаем волноваться, мы подходим, убираем какую-то, не знаю, какую-то фразу. И очень... Для нас это очень нервно, вот это все пережить.
А вы? Вы даже когда вы краситесь, вы открываете рот. Зачем открывать рот, когда вы красите ресницы? Давайте я тоже буду открывать рот и красить ресницы свои. И вдруг я увижу девушку. И начинаю петь. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and vile. So beautiful. Oh, tonight you kill me with your smile. So beautiful and vile. So beautiful. Beautiful. Девушка, как вас зовут? Настя. Очень очаровательная, обаятельная девушка, просто привлекательная. Вы за вход заплатили? С вами был Аброр. Это некий экспериментальный бар юмор. Встретимся еще раз. Спасибо. Это был экспериментальный Аброр.